Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня мы будем готовить очень-очень быстрый супчик с консервой. Он очень быстро готовится и очень вкусный. Итак, покупаем консерву вкусную. Не кильку, не бычки, а там вот я купила сомик, или же там сардины. Ну, в общем, вкусную консерву. Не в томате, а в масле. Что мы делаем? Очищаем картошку, нарезаем и бросаем в кипящую воду. В мелкой терке мы натираем небольшой кусочек морковки и бросаем все это в кипящую воду картошки. Теперь мы берем небольшую луковицу и просто вот так вот ее надрезаем и бросаем целиком в супик. Потом мы вытащим, когда сварится супик. Ну а теперь забрасываем консерву. Обязательно, если хорошая там юшечка масла, заливаем сюда прямо с этим. Потом мы солим, перчим горьким и душистым перцем и всыпаем сюда обязательно укроп. Или же сушеный, или же мороженый. Пусть варится. Итак, рыбный супик готов. Он готовился буквально 10 минут. Приятного аппетита!